У нас в студии гости, я рад его представить. Дмитрий Нехайчук, доктор экономических наук, профессор КФУ имени Вернадского. Скажите, пожалуйста, вот мучает меня вопрос такой, согласитесь ли вы со мной, что вчера нужно было покупать не тюльпаны, а доллары? Вы знаете, наверное, не совсем соглашусь, потому что вот современные тренды, тенденции, они говорят о том, что вот порой ажиотажи вот такие, они создаются искусственно. Тем более, что нашим гражданам, россиянам, да, нам бояться особо нечего. Россия, я бы ее так, наверное, сравнил с таким большим круизным лайнером, да, который даже в ревущие 40-е заходит и где-то, может быть, его покачивает, но он идет ровно и стабильно. Никакие кризисы, потрясения не страшны. Вот давечные события, когда упали цены на нефть, и это отразилось, безусловно, на валютах. Чем чревато это для российской экономики и для российского бюджета, который запланирован на этот год? Да, естественно, в этом плане я с вами соглашусь. В бюджете на ближайшие 3 года запланирована цена на баррель запланирована на уровне не ниже 40 долларов и доллар не более 70. Но сейчас доллар 73, а баррель 38, если не ошибаюсь. Да, вы знаете, вот вчерашний день многие эксперты называют таким черным понедельником, но, как вот мы уже говорили... Черный лебедь. Да, здесь и лебедь, пусть и черный, но он не прилетает один, да? Еще есть лебедь, рак и щука. Да, мы сегодня устроили, соберем компанию. Дело в том, что все это случилось, к сожалению, еще на фоне волны от коронавируса, поэтому, естественно, потери в мировых масштабах, потери экономики, они будут, естественно, колоссальные. Естественно, это тем или иным образом коснется и Российской Федерации, но, к счастью, у нас есть некий запас финансовой прочности, такой финансовая подушка, это Фонд национального благосостояния. И по мнениям экспертов из Министерства финансов Российской Федерации, даже при самых пессимистических прогнозах, если нефть опустится на уровне от 20 до 30 долларов за баррель, то нам где-то хватит прожить без потрясений до 10 лет. 10 лет? 10 лет. Там очень много... Без сильного провисания экономики, катастрофического. Ну, скажите, пожалуйста, а можем ли мы рассчитывать, если цены на нефть упали, то, соответственно, можем ли мы ожидать, что упадут цены на топливо, которое продают на наших АЗС? Вы знаете, есть такая байка или народная шутка о стабильности цен на бензин. Да? Mm-hmm. Доллар растет, бензин растет, доллар падает, бензин растет, бензин все время растет, поэтому бензин у нас стабилен. Я не думаю, что последует сильного падения цен на топливо. Естественно, уже топливо у нас на рубль подешевело в Крыму, но это связано, наверное, с открытием моста и с активизацией перевозок. Да. Угу. Ну, а тогда такой вопрос. Возможно, будут подорожания как раз-таки авиабилетов для, ну вот, на самолеты, нет? Я не думаю, что это коснется сильно внутренних перелетов. Естественно, несколько. Международных. Да, да, международных, естественно, коснется. То есть, в принципе, и кризис-то бояться простому гражданину-то нечего, вот обычному, да, крымскому, российскому гражданину. Да, где-то мы увидим небольшие колебания цен, это связано и с импортной техникой, да, и с путешествиями, но вот так, чтобы критично, я не думаю, что это массово затронет. Самый главный вопрос, который беспокоит абсолютно всех, вот таких вот средних... Простых людей, да. Цены на продукты, они изменятся или останутся на прежнем уровне? Ведь, насколько я вот могу представить себе, часть комплектующих часто поставляются из-за границы, скажем, расходные материалы. Ты имеешь в виду для предприятий, да? Да. Соответственно, не отразится ли это на итоговой цене продукта, допустим, пищевой промышленности? Ну, безусловно, отразится, но, опять же, не критично. Естественно, это связано с логистикой, с перевозками, с закупками импортных поставщиков. Но, опять же, не критично. У нас есть регулируемые цены, Министерство экономического развития Крыма, Госкомцем занимается этими вопросами. То есть на продукты первой необходимости, на товары первой необходимости это отразится не критично. Государственное регулирование цен, насколько негативно оно может сказаться, в принципе, на экономическом развитии страны и региона? Я не думаю, что сильно негативно отразится. Безусловно, регулирование цен должно быть. Потому что, с одной стороны, никто не отменял по Адаму Смиту, да, принцип невидимой руки, которая сама по себе регулирует рынок. Но мы живем вот на том этапе развития цивилизации, что без регулирования все же никуда. Некоторые аспекты регулирования они должны присутствовать. Ну и самое главное, что делать людям, которые хранят деньги в валюте, им стоит бежать менять доллар на рубли, либо ждать, пока цена еще возрастет? Вообще, что можем спрогнозировать? Можем ли мы что-то прогнозировать?
К счастью, российская экономика и российские граждане, они не настолько сильно привязаны к доллару, к евро, к иностранной валюте. То есть, если у кого-то даже есть подушка безопасности, какая-то финансовая, ну, это, я думаю, не больше 1000-2000 долларов. И то, которые отложены на нисколько не на дорогостоящие покупки, а, возможно, на какие-то путешествия и там на подарки родственникам. Большое спасибо, что вы нас успокоили, а то мы сегодня с Александрой с утра себе места не могли найти. Напоминаю, в гостях нашей студии Дмитрий Нехайчук, доктор экономических наук, профессор КФУ имени Вернадского. Спасибо, что пришли к нам в гости.